Егор, и сегодня мы готовим шикарное блюдо чехохбили. Для этого нам потребуется курица, чеснок, лук, оливковое масло, соль, паприка, хмели сунели, тертые томаты и зелень. Начинаем! В любую емкость наливаем немножечко оливкового масла на глаз. Вот примерно столько. Насыпаем соль, паприку, хмели-сунели. И все это перемешиваем. Теперь нарезаем мясо. Курицу ложим в маринад. Перемешиваем. Вместо сковороды у нас мультиварка. Поэтому ставим режим жарко, а на таймере мы поставим 1 час 18 минут. Чистим лук и чеснок. И шинкуем его. И ложим его пока что в сторону. Пока лук отдыхает, мы перемешаем наши чехохбили. Еще раз хорошенько перемешаем. Заливаем все тертыми томатами. Перемешиваем. А теперь закрываем. Приятного аппетита! О-ла-ла! Готовим вместе с Эрдэша.